Так, ребятки, пробуем еще раз. Какой-то у нас проблемс. Ура! Есть! Ура! Мы это так сделали. Всем привет! Ты этот отключи комментарии вот снизу. Да, сейчас. Все, готово. Ребят, всем привет! Сегодня у нас пойдет речь о сетевом бизнесе, как мы и говорили. Многие наблюдают за мной, да, в моем инстаграм, вот мои подписчики, собственно говоря, сейчас тоже сюда подключаются. Многие до сих пор, наблюдая за мной, не понимают, что такое сетевой, как он работает, почему вообще сюда приходят люди, почему я здесь, боятся этого, не верят в это. Короче, сегодня пойдет речь о сетевом бизнесе, мы оставим. Обязательно этот эфир сохраним, да, чтобы кто-то мог его пересмотреть, кто там не сможет досидеть. И этот прямой эфир будет в виде интервью. Я буду задавать вопросы, Кристина будет задавать вопросы мне. Собственно говоря, хочу, да, свою аудиторию тоже познакомить. Это мой новый партнер, ее зовут Кристина. Она, кстати, тоже из Беларуси, как и я, тоже ее зовут Кристина. И, собственно говоря, она пришла ко мне в команду с Инстаграма. Мы были с ней незнакомы буквально еще неделю назад. И почему мы решили, да, привести прямой эфир? Во-первых, чтобы подписчики Кристины тоже познакомились с сетевым бизнесом. Возможно, кто-то сегодня услышит для себя что-то интересное и придет, рассмотрит для себя этот вариант. Потому что не рассмотреть этот вариант – это просто максимальная глупость. Нужно просто внимательно послушать. И в конце мы включим комментарии, и вы сможете задать свои вопросы. Первое, самое важное, что хочу сказать – важно, чтобы вы понимали, что в сетевой бизнес приходят не только люди, которые нуждаются в деньгах, у которых нет там богатых родителей, папиков, мамиков, миллионов, да, но и приходят предприниматели, успешные, богатые, с деньгами. Собственно говоря, Кристина представитель таких людей, да, у нее уже есть деньги, она не нуждается в деньгах. У нее есть свой бизнес, у нее есть машина, у нее есть квартира, у нее все прекрасно, но тем не менее она тоже рассмотрела для себя сетевой бизнес. Именно поэтому сейчас мы начнем, да, с вопросов. Крис, расскажи немножечко о себе, да, вкратце, там буквально там 1-2 минуты. Кто ты, что ты, и я у тебя дальше начну задавать вопросы. Всем привет. Вот Кристина уже меня представила. Мне 29 лет, я тоже из Беларуси. Я вообще сейчас занимаюсь свадьбами, работаю в одном из лучших агентств Москвы и вообще России. Поэтому у меня был свой бренд одежды. Я где только не работала вообще, занималась всем всегда. Мне всегда интересно на самом деле что-то новое и то, что, наверное, для других как-то странно. Возможно, чтобы их переубедить, чтобы развеять эти все мифы, вот это классно. Потому что, знаешь, прийти куда-то на готовенькое, и где уже все понятно, все ясно, где все уже были, это одно. А вот прийти туда, где все, наоборот, думают, что так, здесь непонятно, да здесь что-то, знаешь, много вопросов, и развеять, и сделать так, что отношение поменяется к этому всему, вот это вот для меня круто. Вот поэтому я здесь. Смотри, сразу следующий вопрос. У тебя есть деньги, ты себя прекрасно чувствуешь, ты не нуждаешься в деньгах, но почему ты решила написать мне, почему ты вообще решила прийти в сетевой, что тебя зацепило, что ты вот такая решила, все, я хочу, потому что деньги тебе, ну, по факту, понятно, они тебе нужны, но они у тебя и так, что ты нашла еще здесь, помимо того, что деньги? Слушай, ну, во-первых, да, денег много не бывает, у меня много мечт и всяких целей, это круто. Что я здесь нашла? Нашла первое, да, это, наверное, то, что здесь для меня важно, нет потолка, и все зависит от меня, именно даже по зарплате, ну, то есть по выплатам, это первое. Второе, мне очень нравится, какие люди здесь, потому что я уже рассказывала, что когда я только это увидела, я начала смотреть всех топов.
То есть, чтобы понять вообще уровень, да, какой здесь можно приобрести и с кем можно общаться. Я посмотрела на всех топов, в том числе там на тебя, на Ануш, на Сергея, да, там и так далее, и поняла, что здесь классные ребята. То есть классные ребята, которые молодые, перспективные. А дальше мне понравился сам продукт, потому что мне интересна тема тела, мне интересно питание, и биохакинг — это вообще, ну, то есть не всем понятно, но это круто. Поэтому продукт. Потом мне понравилось, что, кстати, здесь очень важно было, что здесь каждому выгодно, чтобы я заработала. Вот это вообще, что здесь нет конкуренции. Это же вообще гениально, на самом деле. В каком бизнесе, да, тебе будут помогать, и вообще, вот, например, ты, да, уже топ, и у тебя уже есть большой чек. И, например, в каком бизнесе ты бы мне так помогала, рассказывала, да, подсказывала. А? Бесплатно. Да, еще и бесплатно, понимаете? И не только ты там, а все остальные ребята тоже, у которых чеки больше. Потому что им выгодно, как и мне, чтобы я заработала, и чтобы, соответственно, они заработали. То есть это тоже для меня было важно. Дальше, что здесь классное комьюнити путешествия, то есть от компании бесплатно. Это круто, если я полечу с подругой, да, но круче, чем 500 тысяч успешных ребят... 500 тысяч... Оговорочка по Фрейду. 500 успешных ребят, где мы полетим вместе за счет компании. Вот. Мне кажется, что это тоже круто. И когда я пришла к вам на встречу, на самом деле, вы мне это все рассказали, я еще раз посмотрела, и мне показалось, что это гениально. Ну, то есть это реально гениально. Гениальная идея, поэтому я не могла не прийти. Получается? Конечно же... Подпожим, да? Да, получается, смотрите, Кристина, несмотря на то, что у нее есть деньги, она выбирает сетевой. Почему? Потому что первое, здесь есть бесплатное обучение, где тебя с нуля учат профессии, новой профессии, очень трендовой, очень популярной сейчас и очень денежной. С нуля тебя учат бесплатно. Дальше ты попадаешь в окружение классных людей, которые уже зарабатывают деньги, которые тебе не просто там, как сейчас, да, из каждого инстаграма, я там, не знаю, дышу маткой, я таролог, я нумеролог, я астролог, я психолог, и непонятно вообще, есть ли это образование у этих людей, да, а здесь конкретные люди с конкретными чеками, с конкретными пройденными этапами тебя обучают. Второе — это путешествие, третье — это классный качественный продукт, четвертое — это окружение, которое тебя начинает окружать, комьюнити, да, то есть... Где в обычной жизни обычный человек может общаться с миллионерами? Да даже не с миллионерами, а с людьми, которые зарабатывают там хотя бы 300 тысяч рублей. Такого просто нет. Есть всякие комьюнити, да, там клуб 500, не знаю, там Портнягин организовывал всякие там тусовки. Люди туда платили, чтобы попасть, просто деньги платили за вход. Здесь ты попадаешь и получаешь все это бесплатно. Дальше, у меня вопрос. И когда я проводила тебе встречу, я тебе сразу сказала, что... Единственное условие, которое есть в компании, которое ты должна выполнить, чтобы получить все эти бонусы, общение, обучение, чаты, все, единственное, что тебе нужно сделать, это попробовать для себя продукт. Расскажи, пожалуйста, свои первые впечатления. Была у тебя какая-то загвоздка в этом, что ты такая, так, мне нужно купить самой себе продукт, с меня кто-то что-то хочет поиметь. Ты же продукты не покупаешь вообще в повседневной жизни нигде. Ты питаешься Святым Духом, на лицо мы мажем Святой Дух тоже. Короче, была ли у тебя в этом проблема? Как тебе продукт? Вот немножечко про это расскажи, пожалуйста. Слушай, у меня вообще не было проблем, потому что я, даже если бы ты мне не сказала, я его сама хотела купить, мне просто нужна была ссылка, потому что, ну, его просто так нельзя купить, да, поэтому у меня вообще не было никакой проблемы, ну, во-первых, это, наверное, адекватно, если я продаю продукт, то мне нужно попробовать его, то есть это, ну, это странно, да, если я там, не знаю, рекомендую какую-то еду, либо там платье, я же его одеваю, смотрю, как оно, что, какая ткань и так далее. Вот, поэтому по мне это просто логично, во-первых. Во-вторых, ну, не такая большая цена на самом деле, и тем более этот продукт, которым я пользуюсь, то есть я его покупаю для себя, любимой, который мне поможет для моего здоровья, улучшит мою кожу. Я, кстати, даже сегодня без косметики пью коллаген, и посмотрите на мою кожу, да, то есть вообще все витамины, а? А на секундочку... Мы уже дамы взрослые. Но это можно не говорить, конечно.
Вот, то есть это продукт, которым я пользуюсь, это не что-то, знаешь, это не стул, который мне не нужен, и он будет стоять. Нет, это витамины, это патчи, это маски для лица, я и так ими пользуюсь. Просто здесь в чем гениальность идеи для меня, что я могу пойти в Золотом Яблоке купить там за 300 рублей маску, а могу прийти сюда, в Эва зайти, купить эту же маску и заработать. Понимаешь, как бы заработать, и продукт еще, мне кажется, даже круче, чем в Золотом Яблоке. Вот, на самом деле, про продукт. Мне очень нравится коллаген. Я говорю, что вообще витамины все, брейншторм. Это вообще я выпиваю, у меня почему-то очень классное настроение всегда. Я не пойму, это у всех такое или такое у меня. Вот, поэтому, ну, я, во-первых, это вот, да, как оно действует на меня, во-вторых, как оно действует на мое настроение, когда вижу эту упаковку. Это вообще шикарно, вот, то есть без, ну, просто не обманываю, а вот хочу, чтобы каждый из вас посмотрел на эту упаковку. Она, я захожу на кухню утром, она вообще, она просто, ну, нереальная, она сразу поднимает настроение, это сразу стильно, это сразу дорого, это сразу трендово, модно, то есть это не какая-то хрень. Поэтому у меня не было вообще проблем. Я сразу заказала и кайфанула, на самом деле, очень. Угу. Кстати, между прочим, да, скажу вам, что Кристина первое, что сказала мне, она говорит, а что есть люди, которые говорят нет? А что есть люди, которые не понимают этого? Это же просто гениально. И, короче, я сейчас вам могу объяснить бизнес в трех словах. Мы уже сказали, да, что вы получаете полностью бесплатное обучение, с вами работают наставники, рабочие чаты, с вами вот сюсюкаются у вас за ручку, вот так вот ведут, ты мой хороший, вот посмотри, вот это, вот это, вот это. Ты становишься профессионалом своего дела, да? Вот за месяц, например, Кристина организовывает свадьбы. Если я сейчас начну разговаривать с ней на языке свадеб, я начну разговаривать не так круто, как я говорю сейчас, потому что я в этом не понимаю, а она будет выше меня, она в этом разбирается, она будет подбирать какие-то слова. Сейчас, да, я в сетевом чуть больше, чем она, и наша речь тоже, да, отличается. То есть нет такого, что она пришла, и она такая просто все. Нет, она точно так же, как любой человек, начинает осваивать новую профессию. Это важно. И вот если, короче, объяснить бизнес в трех словах, вот сейчас каждый из вас, кто смотрит этот прямой эфир или кто будет смотреть прямой эфир, просто задайте, точнее, ответьте на вопрос только честно. Вот если бы сейчас я вам сказала, что вам нужно в определенном магазине каждый месяц покупать себе любимому продукт на 7 тысяч рублей, условно, да, 7 тысяч беру, это я просто, ну, и вы будете зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц. Вы же и так покупаете зубные пасты, гель для душа, порошок, какие-то витамины. На этом Валберисе бесконечно всякую хрень покупаете. Даже представить не можете, что на Валберисе может продаваться любой продукт. Он не сертифицирован, непонятно какого он состава, что внутри этого продукта, но все покупают на Валберис, да? То есть мы привыкли тратить каждый человек в месяц энную сумму денег на себя. Там сегодня 1000, завтра 3, там сегодня 500 рублей и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы это и так покупаем. Кристина правильно сказала, да, что мы не работаем в компании, которая производит столы, стулья, циркониевые браслеты, не знаю, там средства от импотенции. Мы продаем продукт, который пользуется любой человек. Все пьют витамины, нормальные люди, все пользуются масками для лица, патчами, едой, не знаю, чистят зубы и пьют чай. Так вот. Если бы я вам реально сказала, просто нужно теперь не в Перекрестке, не в Золотом Яблоке, а просто в одном магазине купить для себя любимого охрененный продукт, улучшить свое здоровье всего лишь на 7 тысяч рублей, и вы будете зарабатывать 1 000 000. Поверьте мне, каждый из вас побежал бы покупать. Каждый из вас побежал бы покупать. То есть суть бизнеса, она максимально проста. Придя в компанию, ни я, ни мое окружение до моего прихода не знали про существование этого магазина. Человек, который меня сюда позвал, я априори ему доверяю. Это был мой близкий друг. Помимо того, что я доверяю ему, я зашла на сайт и посмотрела. Так, возле каждого продукта есть сертификат гособразца. На Валберисе такого нет. То, что вы покупаете, да, на Валберисе. Сертификат гособразца и продукт полностью сертифицирован. И он может продаваться даже в аптеке. То есть у меня доверие еще больше возникло. Все. То есть мне теперь не нужно идти в аптеку, идти в Золотое Яблоко, идти в... Я покупаю все здесь.
я улучшаю свое здоровье. То есть единственное, что вам нужно сделать, это просто полюбить себя и начать о себе заботиться. Понять, зачем нужны витамины, понять, зачем нужно, там, не знаю, пользоваться маской, пить коллаген и все остальное, и будет вам счастье. Еще, прежде чем задать еще Кристине вопрос, еще покажу вам бизнес с другой стороны, тоже упрощенный, да? Представляете? Например, не знаю, чтобы условно там выйти на Валберес, нужно пройти какое-то обучение за деньги, нужно найти товар, который вы будете продавать, нужно понять вообще нишу, нужно оценить рынок, закупить это и зайти на Валберес. И хрен еще знает, с какое количество людей из вас смогут. Вот я не смогу, я вообще в нем не понимаю. Я не знаю там аналитику, я не умею вообще разбираться в этих схемах. И все там будет зависеть только от меня. Если я прогорю, я буду, ну, в этом виновата буду я. Я потеряю свои деньги. И здесь вы приходите, компания берет на себя все риски. Вы не производите продукт, вы его не доставляете. Вы не занимаетесь логистикой, вы не открываете сайты, вы не открываете ПВЗ, вы не делаете ничего. И единственное, чем вы рискуете, это то, что вы пришли, купили себе любимый коллаген, выпили его, ну, не получилось у вас, хотя не получается, ну, я не знаю людей, у кого не получается. Все, это единственный ваш риск. Это бизнес безопасный и легальный, потому что мы платим налог, чтобы я вывела свой чек на карту себе, я оплачу государству налог, поэтому мы работаем официально. И еще раз быстро, да, повторю, простым языком, что такое сетевой бизнес? Каждый из вас ходит в какой-то магазин, Перекресток, Азбука Вкуса, там, остановимся на этих двух. И вот представляете, если бы хозяин Перекрестка, допустим, вышел и сказал: так, Крис, я знаю, что ты ходишь ко мне в магазин, покупаешь у меня продукты, давай теперь ты не будешь ходить ни в Магнит Ашан, там, Азбуку Вкуса, а будешь ходить ко мне. Со всех твоих покупок я тебе буду платить деньгами, ну, просто деньги буду отдавать. Ни наклейками, ни сковородками, деньгами. Если вдруг ты начнешь рассказывать своему окружению про мой магазин, я еще и тебе буду платить с их товарооборота. А если твои друзья хотят рассказывать, да, своему окружению, то они будут зарабатывать. Просто, ребят, ну, уловите суть, что суть бизнеса, она максимально простая. Любой человек, не выходя из своего дома, не переезжая в другой город, не меняя свой образ жизни, не уходя со своей работы, может прийти бесплатно разобраться, созвониться с нами. Вот у Кристины, да, там ссылка в шапке, в сторис есть, у меня есть ссылка в шапке профиля. Вы просто пишете: хочу в команду, мы с вами созваниваемся, знакомимся, все вам рассказываем, вы начинаете смотреть материал, пробуйте продукт и начинаете зарабатывать деньги. Все просто, все максимально просто. Но мы в России привыкли, что деньги — это сложно, там нужно все доставать. Короче, можно я задам вопрос тебе, Крис? Давай. Вот смотри, многие слышат, да, и думают: так мне же надо продавать. И у них, понимаешь, у них страх. Мне это продавать надо? А мне, если честно, смешно всегда с этого, потому что, ребят, да, это нужно продавать, но мы продаем каждый день себя. То есть, чтобы мы у нас взяли куда-то на работу, да, мы идем на собеседование и рассказываем про себя, что мы умеем, какой у нас опыт, какие у нас скиллы, чем будем полезны. То есть мы себя продаем. То есть это во всем. И продавать — это не страшно, потому что, возможно, у многих, знаешь, есть этот стереотип, да, где вот это, я не знаю, сумкой на рынке бабулька, и там, я не знаю, тебе говорит: купи, 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 купи. Здесь просто от вашего навыка, мы, ну, как бы от вашего навыка и адекватности, как вы будете продавать. Вот. Я можно думаю, просто рекомендовать. Кто знает меня, ну, я точно не пошла бы куда-то там с сумкой, и если вы видите, Кристина немножечко голову свою повернет, она вообще в Бентли сидит. Я думаю, вряд ли она возьмет сумку клетчатую в свою Бентли и пойдет там сейчас по домам что-то продавать. По поводу продаж. Смотрите, я вам открою маленькую тайну. Если кто-то из вас думает, что продавать — это не круто, то я вас могу расстроить. Если человек не умеет продавать себя, на место вас, да, возьмут какого-то другого человека. Не умеете продавать себя как девушку, там, не знаю, парни, которые там вам нравятся, не будут обращать на вас внимание. Не умеете продавать себя как специалиста, на ваше место в найме возьмут другого человека. Если вы не умеете что-то продавать или перепродавать, вы будете продавать себя в найме, ну, просто свое время будете продавать в найме. И продавать — это очень круто, это профессия самая высокооплачиваемая на данный момент, самая. Просто уметь продавать — это не страшно. И мы этому учим, как продавать, зачем продавать.
И самое важное, что, ну, запомните, нести никуда, ничего не надо, бежать ни с чем, никуда не надо. Все это происходит, да, онлайн. И повторюсь, просто запомните, либо вы научитесь сейчас продавать что-то, чтобы получать деньги, либо у вас никогда не будет больших денег. Но продавать что? Не закупить, то есть, например, у меня был магазин женской одежды, мне нужно было на 3 миллиона рублей закупить вещей, чтобы понести это, продавать. И то я могла прогореть, то, все, 5-10, и никто не звонил мне, не говорил: Кристина, привет, у тебя сегодня плохое настроение, давай я тебе подскажу, как лучше в твоем бизнесе избежать проблем. А здесь у тебя есть люди, я, Кристина, которые тебе объясняют, другие люди, да, еще в команде, разные, получается, у разных людей. У богатых, бедных, толстых, худых, у разных. Кстати, и продукты. Да, надо сказать, что вообще, ну, здесь, то есть, как бы вообще разные возраста. Там есть вот сколько в команде у тебя самая взрослая женщина, или там самый взрослый человек, сколько ему? 62 года. Да. И сколько она, какая у нее квалификация, сколько она зарабатывает, чтобы понимать вообще? Она зарабатывает 7 тысяч, она полтора месяца в компании. Она, мало того, что она похудела сильно похудела, так она кайфует, она говорит, у меня вторая молодость началась, просто, ну, человек кайфует. И самое важное, да, что нужно понимать, что, ребят, если вы там не разбираетесь в чем-то для вас новом, возможно, БАДы для вас что-то неизвестное, страшное, возможно, там слово сетевой вас пугает, просто поймите, вспомните одну вещь, когда-то, 10 лет назад, появился биткоин. И все такие: фу-фу-фу, биткоин, это что-то непонятно, ой, какая-то хрень, какая-то валюта онлайн. Я каждый день, сука, вспоминаю, думаю, почему я не купила 10 лет назад все 3 биткоина просто по 100 рублей. Сейчас бы я жила там на своем острове просто, если я прекрасно чувствовала. Если мы от всего нового будем открещиваться, если мы будем думать, что это какая-то херня, то, ну, как бы, да, и в жизни и будет вот какая-то херня. Поэтому разобраться можно абсолютно любому человеку, просто главное сделать вот этот шаг. Все, я хочу. Дальше. Прежде чем, да, задам тебе вопрос, точнее, нет, сразу задам тебе вопрос. Вот смотри, как ты думаешь, какие действия, вот ты еще пока только новичок, да, ты считаешь там неделю, да. Какие действия конкретные должен делать человек, чтобы он получил первые деньги? Вот ты как новичок, мы не готовили этот прямой эфир, чтобы вы понимали, не было заранее спланированных вопросов, все в импровизации. Вот твое понимание, неделю ты в бизнесе, вот что нужно делать, чтобы заработать деньги? Точно поверить, что у тебя получится, это первое, да, чтобы ты была уверена. И рассказывать, вот если мои близкие здесь на эфире, они знают, что я им прожужжала все уши. И я это рассказываю с таким энтузиазмом, то есть я верю в это. То есть я не рассказываю так, знаешь что, а вот я тут нашла такая... Нет, я рассказываю с позиции, что круто, потому что я реально в это верю, что это круто, что здесь можно заработать, и что я им приношу добро, что я им даю шанс тоже заработать. Кстати, это тоже... было одним решающим, почему я выбрала сетевой, да, потому что здесь каждому человеку я могу помочь заработать. И здесь есть возможность, и как он ими воспользуется, и вообще воспользуется ли, это уже от него зависит, но я дам этот шанс. Поэтому это точно рассказывать, точно верить в этот продукт. Классно вообще дать продукт родным, попробовать, да, близким, то есть ближнему окружению. Конечно же, рассказывать, если есть, да, Инстаграм там. Но рассказывать никак, не каждый день вот это вот просто там, ну, чтобы всех доставать. А ты попробовала, ты сказала свое мнение, класс. Завтра еще что-то попробовала, сказала свое мнение, класс. Вот, ну, а как вообще, есть же, у нас, потом ты мне скинула уже видео, как это лучше, да, сделать, что, поэтому, но я хочу сказать, что у меня уже 4, да, человека в команде, получается, то есть они просто сейчас активируются, и вот, поэтому уже результат есть за такой короткий срок, что будет дальше. Ты к этому делу относишься как к своему собственному, то есть вот для тебя сетевой, это что, это твой собственный бизнес, это, там, не знаю... работа в компании. Как ты это видишь? Блин, для меня это челлендж, чтобы у меня получилось. То есть вот мне просто это круче, чем, знаешь, вот мой бизнес, да, у меня он был, и как бы, ну, то есть поэтому мне круче относиться к этому как к челленджу, что у меня получится поставить перед собой цель, которая меня зажигает, и к которой я иду, и вот
Вот как бы вот так я отношусь. Да, ребята, вот. Самое важное, чтобы вы понимали, что это ваш собственный бизнес. То есть я не пришла в найм, я не пришла, я не знаю, там устроиться на работу. Я пришла, и регистрация в компании – это то же самое, если бы я открыла свой онлайн-магазин, только опять повторюсь, компания все риски, да, она взяла на себя. Она сама доставляет, сама производит, сама там отправляет и все делает сама. И еще раз напомню, что продукт супер качественный, это важно. Этим продуктом пользуется моя мама. Вы, ну, я думаю, теперь прекрасно, ну, точнее, я надеюсь, что вы понимаете, что я человек здравый, адекватный, и точно для своих родителей я бы не купила продукт, если бы, ну, мне это было не надо. Но так как я хочу для своих родителей всего самого лучшего, моя мама, мой папа, моя бабушка и все мое окружение пользуются этим продуктом, потому что они понимают, что это качественно и это хорошо. И я их не заставляю это делать. Они это и так покупали, пили, да, вот моей маме 52 года. Но на нее посмотрите, она выглядит просто как молоденькая девчонка. Почему? Потому что она пьет витамины, пьет коллаген, ухаживает за собой и деньги, да, имеет. Чтобы иметь деньги, можно, нужно работать. Кстати, да. Могу так... вопрос задать? Да. Смотри, а вот еще такой момент, почему именно сейчас, да, вот нужно заходить именно в Эва-продукт? То есть расскажешь, потому что вот компания молодая, и многие думают, ну я посижу, как бы еще там посмотрю годик и так далее. Вот они упустят вот этот момент, и я хочу, чтобы ты им объяснила. Самый сок. Сейчас, ну, много разных сетевых компаний, да, у меня опыт в сетевом бизнесе 8 лет. Я была в других сетевых компаниях, которых там по 18 лет. Поверьте, это очень сложно, когда ты звонишь, и каждый человек в твоем окружении знает, пробовал там и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Чем отличается Эва, да, от других сетевых, и почему нужно заходить сейчас? Первое. У нас самый выгодный и жирный маркетинг-план, если сравнивать нас с другими сетевыми компаниями. А дальше. У нас там есть бесплатный автобонус и так далее. Мы это... Да, ну, короче, это можно, чтобы не пугать вас, вскользь это скажу. Почему важно сейчас? Компания малюсенькая, нам всего годик. И вы будете первые в своем окружении, возможно, в своем городе и, возможно, даже в стране. Вы будете первый человек, и все люди впоследствии, да, будут ваши люди. То есть, вот, например, я позвала 5 человек, а у меня в команде 600 человек. Естественно, всех этих людей позвала не я. Ну, это логично, да, это позвали люди людей и так далее, и так далее, и так далее. И когда, например, я приходила в свою предыдущую сетевую компанию, которой было 18 лет, я каждый день думала, блин, вот это я пришла бы в начале, и получается, все эти люди, которые и так пользуются продуктом, кайфуют от него, получают результат, получается... Слышно меня? Да, да, вообще. Они были у меня в команде. То есть сейчас сам самое время приходить, потому что компания новая, и вы можете стоять в начале, да, у истоков компании. Это очень важно на самом деле, когда ты приходишь. Понятно, что можно прийти и через 5 лет, но просто смысл ждать. Вот когда меня позвали, компания только открылась. И я такая, нет, не пойду, сейчас мне не до этого. И полгода потеряла, то есть вот я в компании, да, 4 месяца, даже больше я потеряла. Я думаю, ну чего я не пришла, потому что уже в компании есть люди из моего окружения, в других командах, а они могли бы быть у меня. То есть я такая думаю, нахрена я потратила просто полгода своей жизни и людей, которые были в моем окружении. Поэтому важно приходить сейчас. И, ну, представляете, то же самое, я не знаю, если бы, например, вы были, открыли свой салон красоты, и точно такой же, прям, ну, один в один, да, салон красоты открыла бы ваша подруга раньше, и у нее там уже была база клиентов из ваших знакомых, друзей и так далее. То есть, почему я говорю, ну, такой же, вот есть, не знаю, там, человек, который работает в компании Эва, он пришел там тогда-то, и я сейчас, да, прихожу, я работаю в этой же компании с этим же продуктом, но этот человек уже не у меня, он уже там, и вот несколько очень классных ребят я вот так профукала, хотя они могли бы быть у меня. А что еще спрашивать? Хочешь, если что-то спросить, спроси. Давай ты, потом я сейчас спрошу обязательно. А вот когда ты сюда приходила, просто многие не верят, да, в большие деньги, вот какой ты здесь не хочешь, не представляешь, а именно точно понимаешь, уже посмотрев маркетинг-план, уже изучив материалы, уже была ты, да, на нескольких обучениях,
ты уже примерно представляешь понимание. И вот скажи, пожалуйста, цифру, которую ты точно понимаешь, что ты здесь заработаешь. Вот я понимаю, что мне нужно поработать, приложить вот такие-то усилия, потратить вот на это вот столько-то времени, и со временем будет у меня вот такой вот чек. Слушай, ну первая, да, цифра, которая как бы, я пойму, что у меня там получилось, это где-то 300 будет, да, тысяч в месяц, то есть я вот прям такой, ну, а дальше 500 и дальше миллион, то есть вот так я себе ставлю, такими, как бы, потому что важно, на самом деле, это я ребятам тоже скажу, что важно не сразу не заходить и не думать, что все, я купил продукт, и я завтра зарабатываю 500 тысяч в месяц, это не так не получится, то есть важно понимать, что маленькими, да, то есть можно большими шагами, можно маленькими, кто-то быстрее идет, кто-то, ну, как бы, медленнее идет, но все постепенно зарабатывают деньги, то есть постепенно, вот я тоже хочу тебя сейчас спросить, ну, то есть вот как у тебя, да, рос чек, поэтому я себе ставлю, то есть такие чеки, не сразу миллион рублей, но он возможен здесь, то есть я общалась с людьми, которые это зарабатывают, и это уже круто, то есть, да, нужно какое-то время, поэтому, ну, да. 300. Да. Вот проблема, да, что я хочу сказать сразу, посмотрите, ребят, никто не научился ходить с первого раза. Мы все падали, чтобы встать и пойти. Никто не сразу знал там таблицу умножения. Нет, так мы в школе все учились 11 лет, чтобы хотя бы что-то в нашу головушку да, отложилось. Не знаю, построить бизнес, это нужно время. Вот, например, я открывала свой бизнес, да, это нужно было очень много времени, чтобы вообще я пришла к тому, к чему я пришла. Здесь точно так же. Нет такого, что по щелчку пальцев. Это профессия, это масштабный бизнес, который... То есть у тебя люди могут находиться по всему миру. У меня есть там в Испании, в Дубае, в Турции, в России, в Беларуси, по всему миру. То есть неограниченно. Мы неограничены. Да? Это масштабный бизнес. Конкретно вот как было у меня. Я пришла, несмотря на то, что я зарабатываю с блога, я зарабатываю достаточно хорошо, но я понимаю, почему да, я выбрала сетевой. Я понимаю, что сегодня Инстаграм есть, завтра его нет. Это первое. Второе, я тоже, как и ты, хочу всегда больше денег. Третье, я понимаю, что всегда научиться чему-то новому, это круто. И я понимаю, что здесь я не привязана. Мой телефон, это моя работа, я могу быть где угодно, переехать, уехать. Все зависит только от меня, и все завязано на моем телефоне. Если конкретно по чеку, да? Первый месяц я заработала всего лишь 42 тысячи рублей, всего лишь. Но для меня это тоже классные деньги. Во второй месяц заработала 96 тысяч рублей, в третий 214 тысяч рублей и в четвертый 350 тысяч рублей. Вот. Ура! Считаю, что это охренительная, как сказать... Рост. Рост, да, я не знаю людей, которые там просто приходят, даже в своем бизнесе, там, тем более в найме, и просто там не на 20 зарабатывают больше, а на 50 и на 100. Это так не у всех бывает, да, как Кристина сказала, что бывает и медленней, но здесь зависело от меня. Я прям сидела, вы очень часто, да, в моем инстаграме, кто на меня подписан, видите, что я постоянно провожу зумы, общаюсь, звоню, рассказываю. Это то же самое, когда я открывала свой магазин с женской одеждой, что я делала? Я позвонила всем своим подружкам, и позвонила своим друзьям, у кого есть девушки, и говорила, так, ребят, я открыла магазин, у меня классная одежда, на дни рождения своим подругам дарила вещи со своего магазина. Я всем рассказывала про свой магазин, потому что это мой бизнес. Да, я Инстаграм. Да, здесь я хочу дать, ага, я хочу дать понять, что это не легкие деньги, да, то есть кто ждет, что вот чтобы было понятие, что это бизнес, как Кристина сказала, и этим нужно заниматься, и это возможно не с первого раза у вас получится, так как и любой бизнес, и любая работа, даже если вы придете куда-то, я не знаю, в магазин продавать платье, все равно у вас будет стажировка, чтобы вы понимали, неоплачиваемая. А здесь уже вам сразу, да, с первого клиента пойдет денежка. Поэтому это не легкие деньги, не какая-то вспышка, бац, я не знаю, заработал и ушел. Нет, это серьезное дело, которым нужно заниматься. Нужно разбираться постепенно, маленькими шагами к большой цели идти. Поэтому это тоже важно, потому что многие думают, что это... Момент такой, да, я затрону, что, ребят, ну, чтобы вы понимали, помимо там вот этих всех там серьезных вещей, которые мы сейчас вам рассказали, у нас реально есть обучение на все случаи жизни. Даже если ты вот прям, ну, вот максимально вот прям вот такой вот человек, даже ты сможешь 100%. Есть обучение, у нас очень круто, у нас очень весело, у нас корпоративы, у нас поездки, у нас обучение, у нас был день рождения компании. Вы не представляете, как люди
просто кайфуют, приходя сюда. Я там часто, да, у себя в Инстаграм, Кристина тоже начнет показывать людей, там, которые будут к ней приходить в команду. Ну, люди реально кайфуют. Вы не представляете, как я кайфую, когда мне звонит там девочка, которая пришла ко мне в команду, говорит: Кристина, господи, я сидела в найме, мужа этого заебала. Просто я там следила, так, на 5 минут опоздал, носки разбросала, я сижу, деградирую, и тут я постройнела, и он мне уже: так, ты что, коротенькую юбочку какую-то надела, ты что там этот... Люди начинают кайфовать, потому что начинают реально заниматься своим собственным делом. Я вот часто, да, показываю там девчонок со своей команды. Разные есть ребята, спортсмены, бизнесмены, предприниматели. Обычные просто люди. Таксисты у меня есть в команде, таксисты, учителя, бьюти-мастера. Разные люди, разные. И у всех получается просто у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Просто нужно делать действия. И самое важное, что мы во всем помогаем, мы всегда на связи, мы обо всем рассказываем, просто вот, ну, вот не знаю, с Кристиной я познакомилась, я каждый день с ней на связи, отвечаю на все ее вопросы, да. Работаю, провожу зум там ее ребятам, в общем, вас тут не бросят, а здесь вас действительно будут с большим желанием доводить до результата. Я думаю, что уже мы 44 минуты, да, разговариваем. Да, давай, может, включим комментарии? Да, чтобы запись просто была, людям тоже было посмотреть. В записи было долго это было. Я думаю, мы самые основные вопросы рассказали, самое важное все рассказали. Если вдруг у вас появились вопросы, вы можете написать Кристине в директ. Да. Она вас контактирует, даст вам свою ссылку на Телеграм. Вы ей напишите, зададите вопросы, которые вас интересуют. Она вам все расскажет. Можете написать мне. Я вам тоже с удовольствием все расскажу, поэтому приходите. Вот я рекомендую прийти в команду Кристине. Почему? Потому что я в ней вижу сильного лидера, который пришла с большими амбициозными планами, который смотрит обучение, которое я даю, которая активно себя проявляет, которая задает вопросы, которая сюда пришла. Реально, то есть вы в качестве наставника 100% ее можете выбрать, потому что она человек, на которого можно положиться, она человек дисциплинированный, она везде, да, то есть, ну, как бы, то, где она работает сейчас, это нужно быть сильным человеком, чтобы там работать. То, что она имеет в своей жизни тоже, да, это не просто так, она прилагала к этому усилия. Поэтому она будет офигенным для вас наставником, поэтому я прям рекомендую после этого эфира писать Крис, что вы хотите в команду, а мы уже вас подхватим и всему вас научим. Я думаю, что вопросов тут, в принципе... Я их не вижу, в принципе, да. Либо оно грузится. Да, вопросов тут, в принципе, быть не должно. Мы все затронули. А что... ты не будешь рассказывать про проект трансформации, который... Ну, не будешь говорить? Или потом? Да, важный тезис. Самое основное. Компания российская, у нас свое производство, продукт сертифицированный, может продаваться в аптеке, мы работаем легально, мы платим налоги, у нас есть обучение, мы всему обучаем. У нас есть проект «Трансформация», где мы помогаем девочкам худеть, стройнеть, полнеть, там, качать попу на нашем продукте. Да? У нас более каждый месяц более 1000 девочек заходит на наш марафон. Дальше. Неважно, сколько тебе лет, сколько ты весишь, какой цвет у тебя глаз, умеешь ты разговаривать или не умеешь ты разговаривать. Неважно, в каком городе и стране ты находишься. Просто если у тебя есть желание прийти в охеренную компанию с офигенным продуктом, развиваться, даже если тебе не интересны деньги, но тебе интересна тусовка. Вот я приходила вообще на тусовку. Мне было интересно познакомиться с новыми людьми, общаться с ними, летать, отдыхать. Мне нравится вот такое комьюнити. Каждый выбирает свое. Кто-то приходит на деньги, кто-то приходит на тусовки, кому-то хочется найти новых друзей и подруг, не знаю, кому-то хочется замуж выйти, кому-то хочется жениться, не знаю, что угодно. В сетевом есть абсолютно все. Я вам 100% говорю. И за финалью такой фразой. Ребят, просто рекомендую вам довериться и рискнуть, короче, представить на секунду, что все, что мы сейчас говорим, это правда. Ну, две такие классные, красивые девчонки не могут врать, как минимум. И второе, вот просто попробуйте один раз. 100% вас за уши потом не оттащишь. Это вот я вам говорю, как вот сетевик, который раньше был, сука, я хейтила этот бизнес, я считала, что здесь работают одни лохи. Но это было 10 лет назад, и я тогда была не очень дальновидным человеком. Поэтому мой слоган из хейтеров сетевики: я обожаю наш бизнес, обожаю все, что со мной происходит,
рада, что ко мне в команду пришла такая красивая девчонка. Поэтому... То ли еще будет. Поэтому всем добро пожаловать в команду. Пишите Крис, она с удовольствием расскажет вам все. Все. Все, спасибо, дорогая. Всех ждем. Пока-пока. Давай. Так. Крис вышла, нет? Да. Ты не вышла еще. Так. Все, дорогие, если нет вопросов, тогда я тоже выхожу, сохраняю эфир. Как Кристина сказала, мы всех ждем. Все можете мне писать, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Ссылка у меня в шапке профиля, в Телеграм, либо в Директ, в общем, где напишите, где вам удобнее, и будем строить вместе наш бизнес. Пока-пока.